Доброго ранку, дорогі друзі! На календарі 27 травня, до літа вже трохи залишилося. Скажу вам, що кожен з вас робить свою історію кожного дня, пам'ятайте про це. А наша програма під назвою «Мозаїка» у цьому допомагає. Ми працюємо у прямому ефірі, наш телефон 638-638. Говорити сьогодні будемо із нашими гостями про благодійність та музику. Налаштуйтеся на це. Про це трохи згодом, а зараз кліп. Хотіла ти, ангел, на землі. Ти, ангел, в земному тілі. Ти, ангел, як ти хотіла, ти, ангел, на землі. Ти до мене з небес летіла, ти відрізала свої крила. Хотіла ти, ангел, на землі. Ти, ангел, в земному тілі. Ти, ангел, як ти хотіла, ти, ангел, на землі. Засає свіча, бо тобі летіти пора у небо. Та без тебе я жити не зможу, навіть крила вже не допоможу дістатися туди, де ти, ангел, в земному тілі. Ти, ангел, як ти хотіла, ти, ангел, на землі. Ти, ангел, в земному тілі. Ти, ангел, як ти хотіла, ти, ангел, на землі. Янгол, 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 янгол. Як я і обіцяла на початку програми, говорити сьогодні будемо про благодійність. І у нашій студії вже з'явився гість, котрий може відповісти з приводу благодійності на багато запитань. Це Владислав Явний, генеральний директор благодійного фонду «Екопланета». Доброго ранку. Доброго. В первую очередь хотела бы задать тебе вопрос относительно фонда. Почему возникла идея его создать? Потому что не просто так даются людям такие решения, не просто так появляются благотворительные фонды. Я вам скажу, что я занимаюсь уже порядка 18 лет.
Я всегда с детства старался как бы помогать детям, вот, ездить по приютам, детским домам. Вот, и у меня пришла такая идея, все-таки надо что-то хорошее уже в жизни сделать, наконец-то, именно основательно. Я решил этим заняться, занялся я этим с ноября месяца, вот как сделал все документы, и вот 9 мая этого года было у нас открытие. Очень молодой благотворительный фонд. Очень молодой. Уже что-то успели сделать? Мы уже успели собрать по городу достаточно большое количество вещей, лекарств, продуктов, помогать многодетным семьям. Объездили уже 6 детских домов, приютов, центров реабилитации, как в области, так и в городе. Вот. Мы всегда стараемся им помочь, когда они к нам обращаются. Но все-таки, если говорить конкретнее, для кого этот благотворительный фонд, кому вы можете помочь? Возможно, кто-то из наших телезрителей сейчас нуждается в помощи и может к вам обратиться? Может к нам обратиться. В первую очередь, те, кто приехали с АТО, те, кто приехали из Донецка и Луганска. У нас есть достаточное количество вещей, чтобы их обеспечить, как их детей, так и их родителей. Достаточно вещей. Это какие вещи? Что ты имеешь в виду? Это, возможно, какая-то, я не знаю, теплая одежда или теплая, это приют? Теплая и летняя одежда. Что это? Жилье? Чем вы можете обеспечить? Обеспечить, в первую очередь, вещами. Дальше мы постараемся найти жилье, вот, обеспечить социальными всевозможными. Кто входит помощь в команду? Потому что мы, говорится, местоимение такое. Входит в команду юристы, адвокаты и юристы, которые могут помочь, проконсультировать всех, кому нужна помощь. 4 направления у вашего благотворительного. У нас есть 4 направления. Первое направление, я считаю, что оно достаточно самое важное, это люди, люди Земли. Поэтому в Одессе стартовал первый проект. Первый проект называется «Банк помощи. Подари жизнь». Все те граждане Украины, какие попадают в реанимацию, это, естественно, такое душетрепещущее событие. Вот. И мы решили создать этот проект, чтобы помогать этим людям. То есть они нуждаются в этой помощи в первую очередь. Хорошо. Люди, которые попали в реанимацию. Вы выискиваете таких людей? Вы узнаете в больницах, кто сейчас нуждается в помощи? Или кто-то из родственников может к вам конкретно обратиться? Как вас находят и как вы находите вы тех людей, которым нужно помочь? Мы находим их следующим образом. У нас есть контакты всех главврачей, всех больниц и поликлиник. Их помощники нам перезвонят и говорят, что такой тяжелый случай, обратился человек за помощью. Вот. Нет у него средств на лечение, на лекарства. Вот. И мы стараемся помочь своими силами, чем можем. Сколько уже людей обратилось? 13. 13 человек. А сколько им помогли? 13. Всем помогаете, без исключения. Да. А это первое направление. Второе направление ваше? Второе направление – это у нас животные и природа. Это очень важно. Покуда на сегодняшний день огромное количество животных погибает, их истребляет для своих каких-то коммерческих целей. Вот. То есть это нужно прекратить как можно быстрее, чтобы там, не тратили их на кожаные куртки, там, на все остальное. Жалко животных. Каким образом это сделать? Потому что это очень так объемно звучит, но что вы делаете для того, чтобы этого не происходило, чтобы их не тратили на куртки и так далее? Для этого будут проводиться акции всевозможные, поддержка зеленых. Нас так же само поддерживает международная организация Greenpeace, которая сотрудничает практически год. И Greenpeace, и ЮНИСЕФ. Мы с ним сотрудничаем, наш фонд уже месяц официально. Вот, а вообще вот полгода. Я с ними общаюсь, и вот поддерживаем друг друга, акции проводим. Сейчас будет тоже проведена скоро акция по тому, чтобы как бы помогать животным. Помогать. Третье направление. Значит, есть направление технологии будущего и экология. Очень похожие, достаточно смежные направление, но экология – это у нас очистительные сооружения, чтобы у нас была чистая вода, чистый воздух. Я знаю, как это делается, к примеру, допустим, там в Германии, в Норвегии, в Арабских Эмиратах создаются всевозможные проекты, чтобы
Помогать. Помогать, да. Очищать воздух. А как это будет происходить в Одессе? Как в Одессе это будет? Для этого, например, можно создать акцию по сбору для очистительных сооружений. Есть одна такая акция, она работает сейчас на территории Англии, Норвегии и Италии. Вот, то есть нефть у нас, допустим, вода. Вода грязная сама по себе, Одесский залив. Вот, то есть это все очистительные сооружения, да. А, я не понимаю, а как ваш именно благотворительный фонд будет на это влиять? Вы будете какие-то средства предоставлять? У нас экофонд. Мы собираем средства по всему миру, со многих других благотворительных фондов. Они нам будут помогать. Вот уже начали свое участие в этом. Очень молодой фонд. У вас 4 направления. Замахнулись ли не на большой объем? Нет? С Божьей помощью все получится. Такая уверенность от чего? Люди обращаются, помогают. А люди вообще обращаются с таким вопросом, можем ли мы вам помочь? Обращаются. Люди, которые впервые слышат о том, что есть такой фонд, о том, что знают, что есть я, моя команда, они звонят, добавляются в соцсетях, спрашивают, чем вам помочь. Вот. И покуда я объезжаю центр реабилитации, детдома, я постоянно веду список того, что им необходимо. К примеру, дом малютки номер 1 в Монастырском переулке. Нужен кирпич, чтобы построить беседку, к примеру. В Красносёлке есть приют для умственно отсталых детей. Мы были там буквально пару дней назад. Там нужно привести фасад в порядок. Спонсоры достаточно хорошо постарались. Внутри там есть даже стоматологический кабинет, что практически нигде нет. Там очень хорошо за этим всем следят. Но есть как бы некоторые нюансы, которые нужно там сделать. Там, стиральную машину починить, одну, вторую и так далее. То есть каждый центр, каждый детдом нуждается в чем-то. Всегда будет нуждаться в чем-то. Но это другой сегмент. Мы о нем не совсем говорили, потому что мы больше все-таки говорили о тех людях, которые попадают в реанимацию, которым вот нужна вот прямо сейчас срочно помощь. А дети – это еще одно направление работы фонда? У нас есть направление «Люди Земли». Вот сейчас мы начали разрабатывать под него проект. Первый проект – это помощь людям, которые попали в реанимацию. Также здесь будут присутствовать и образовательные проекты, которые крайне необходимы для нашей страны, для наших детей. Это что будет входить в эти образовательные проекты? Начнем с того, что есть дети, которым хочется учиться. Но у них нет на это возможности по разным причинам. Дети в детдомах, в приютах, я уже набираю сейчас, у меня есть на сегодняшний день 2 преподавателя английского языка, которые будут объезжать приюты и детдома. Тем детям, которые хотят учиться, они будут преподавать бесплатно английский язык. Хорошо. А тем детям, которые, возможно, хотят учиться в высших учебных заведениях, продолжать свою учебу? Мы постараемся предоставить гранты для них. Тоже они смогут к вам обратиться. Да. А кто сейчас может от вас получить помощь? Вот если, допустим, кто-то из наших телезрителей обратится, вы поможете? Вы любую заявку рассматриваете? Мы рассматриваем любую заявку и любое предложение, любое сотрудничество. А как с вами можно связаться? Где вы находитесь? Мы находимся, центральный офис у нас в городе Одесса, улица Княжеская, 32. В любой день, со скольки до скольки можно к вам прийти? С 9 утра до 6 вечера, с понедельника по пятницу. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, пожалуйста, звоните. Наш телефон в студии 638-638. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну а все-таки, почему же возникло желание, идея создать фонд? Несмотря на то, что очень давно, 18 лет, занимаетесь такой деятельностью, все-таки должен быть какой-то щелчок какой-то, не знаю, возможно, что-то должно с близкими людьми произойти, потому что это такой объем работы, этому нужно отдавать больше, чем просто жизнь. Я много лет посвятил себя разнообразным проектам для бизнеса. Я работал с иностранцами, вплотную работаю с немцами до сих пор, помогая им создавать компании как на территории Украины, так и в Евросоюзе. Я хочу от этого немножко отойти, отдохнуть от этого и сделать действительно что-то хорошее, полезное. Я от этого получаю огромное удовольствие. От этого ты получишь больше удовольствия, чем от занятия бизнесом, там нервы, стрессы, налоги и все остальное. А благотворительный фонд, но это же не бизнес. Это не бизнес, это удовольствие. Только удовольствие. Я получаю удовольствие.
А каждый день видеть переживания, беду, слезы, возможно, это же очень тяжело. Ну, с этим можно справиться. Кто может попасть к вам в фонд, как, скажем так, еще один сотрудник? Вам требуются какие-то? Да. Нам требуются волонтеры. Волонтеры. Нам требуются преподаватели английского, русского, украинского языков. Волонтеры могут обращаться в любое время? Да, да. Какое количество волонтеров вам нужно? Порядка 20 человек. Так много? Да. А зачем так много? У вас действительно такой сейчас большой объем работ? Ну, с каждым днем все больше и больше, да. Очень много работ. Мы прервемся. Дорогие друзья, сейчас предлагаю вашему вниманию наш постоянный сюжет «На родине у моря», после чего вернемся в нашу студию. Я много лет пиджак ношу, давно потерся, и не новым. И я зову к себе портного, и перешить пиджак прошу. Я говорю ему, шутя, перекроите все иначе. Сулит мне новые удачи, искусство кройки и шутья. Я пошутил, а он пиджак серьезно так переживает, а сам-то все переживает. Вдруг что не так, такой чудак. Одна забота наяву в его усердии молчаливом, чтобы я выглядел счастливым в том пиджаке, пока живу. Представляет это так, едва лишь я пиджак примерю. Опять в твою любовь поверю, как бы не так, такой чудак. Дорогі друзі, а я нагадую, що це програма «Мозаїка». Ми працюємо у прямому ефірі. Наш телефон 638-638. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої запитання до нашого сьогоднішнього гостя. Це директор благодійного фонду «Екопланета». Влад, якщо говорити о тих добрих ділах, які ви робите, от вже затронули тему дітей, дитячих домів. Буквально на днях посетили детский дом для умственно отсталых. Расскажите о впечатлениях, каковы они? Впечатления достаточно двоякие. Я очень люблю детей, поэтому, естественно, в первую очередь я начал ездить к ним, чтобы узнать, что им нужно. Им нужно в первую очередь это внимание, любовь к этим детям, чтобы к ним относились как к людям, как к своим детям, детям нашей страны. Вот, поэтому я приехал, естественно, со своей командой привез канцтовары, мы с ними рисовали, у меня есть уже целая детская галерея в офисе, можно посмотреть, очень много картинок. Я просил детей, чтобы они что-нибудь нарисовали. Кто рисовал дом, кто яхту, у кого мечта яхта была. Вот. А вот самая неожиданная мечта ребенка для тебя? Семья. Ну, это достаточно ожиданно. Ну, это ожиданно, да. Ожидаемое. Буквально каждый ребенок из детского дома, конечно же, мечтает о маме и папе. Но а если все-таки не об этом, а... О своем доме. О своем доме. Большая часть детей хочет свой дом. А для чего? Для того, чтобы там появились мама и папа, опять-таки? Да. Братики и сестры, мама и папа.
А как детки относятся друг к другу? Детки друг к другу очень хорошо относятся. Я был в Одесской области, в Одессе, и старался пообщаться с ними, рассказывал им историю Украины. Вот, географию, где мы находимся, какие есть страны, так как я путешествую, я рассказывал, какие есть еще вообще страны, чем можно заниматься. Мне было интересно, чем дети вообще хотят в этой жизни заниматься. И чем они хотят заниматься? Кто хочет быть водителем, кто космонавтом, это все еще после твоих рассказов что-то изменилось в их мировоззрении? Это для них открытие. Открытие? Они вообще... достаточно живут, как вам сказать, закрыто. В своем мире. Да, в своем мире. Они не знают, чего они хотят. Им обязательно нужно как можно чаще к ним приезжать. Их нужно вывозить в театры, в дельфинарии, прогулки по городу им устраивать. Ну вот и работа для фонда, мне кажется. Я с удовольствием это сделаю в ближайшее время. А, кроме такой помощи, еще какую помощь вы оказываете? Помимо того, что нужно починить стиральные машины, отреставрировать фасады, где-то построить беседку, что еще? В чем нуждаются дети? Дети нуждаются, я еще раз говорю, в первую очередь во внимании. Поэтому им нужно как внимание просто для общения и нужно развитие. Для этого нужны преподаватели по естествознанию, которые им расскажут, что вообще в мире происходит. Что есть бизнес, что можно работать не только водителем автобуса в селе, а также можно заниматься каким-то другим видом деятельности, можно быть дизайнером. Есть профессии, в конце концов, 21 века, вот ими надо пользоваться. Это детям надо рассказывать, чтобы они понимали вообще, что у нас есть. После твоих лекций боюсь, что все захотят стать бизнесменами, как минимум. Ну, я их направляю в это, да. А сложно ли быть бизнесменом? Мне кажется, это довольно-таки непростой путь, не каждому дано. Очень непростой путь. Очень-очень много внимания за ним. Отбирает времени, сил, труда, любви для своего дела. Но это того стоит. А каким направлением в бизнесе проще всего заниматься? Проще всего? Проще всего ничего не делать, наверное. Ничего не делать. Если говорить о ощущениях, которые посещают каждого человека, наверное, когда он видит детей, лишенных мамы и папы, вот расскажи о своих чувствах, когда ты приходишь, что ты ощущаешь, когда ты заходишь в интернат, когда ты уходишь оттуда. Возможно, какая-то нотка грусти, может быть, настолько больно видеть вот эти глаза детей, которые нуждаются в родителях, что уже и думаешь, не буду этим заниматься, потому что поберегу нервы. Это того стоит. Стоит. Я получаю огромное удовольствие, когда я с этими детьми общаюсь. Я с ними могу проводить по несколько часов, пока есть время, чтобы пока туда доедешь, обратно, столько времени занимает. Но хотя бы пару часов с ними пообщаться, порисовать, вот, как вам сказать? Рассказать им что-то. Да, обязательно нужно что-то объяснить, рассказать, это да. Возможно, будут какие-то шоу-программы, которые ты будешь привозить в детские дома. Это может быть клоуны, аниматоры, кто угодно. С удовольствием. Тоже может быть такое направление. Вот да. По поводу чувств, это очень душетрепещущее такое чувство. Особенно меня больше всего затронул дом малютки номер один. Когда детки лежат в кровати, им нужна помощь. Лекарств очень много, памперсов и всего остального. То есть они лежат с трубкой и могут в лучшем случае дожить до 7 лет и все. О, такие вещи. Это цепляет, конечно, аж мороз по коже. Скажи, все-таки в твоей команде, ты говоришь, юристы, адвокаты, но да. Мне кажется, что в благотворительном фонде прежде всего должны работать люди, люди с обнаженной душой. Кто эти люди, независимо от профессии, от диплома, насколько это добрая, хорошая команда, которая действительно является твоей опорой? Люди разного направления, разных профессий, взглядов есть. Как ты их подбирал? Как их подбирал? По себе. По себе? По себе. Эти люди должны быть, во-первых, достаточно добрые, но и в то же время очень сильные, легкие на подъем, веселые, энергичные, как мы с тобой. Это доктора, юристы, преподаватели. Есть текучка уже какая-то в кадрах нет. Или нет? Это костяк, который, я думаю, ты надеешься, пройдет с тобой дай через бог. Многие-многие да. годы. Спасибо тебе огромное, что ты вам был спасибо. Сегодня в нашей студии. А вам, шановні друзі, хочу сказати, що за мить у нашій студії з'явиться прекрасна, красива, талановита співачка. А хто, дізнаєтесь з наступного відео. Балада о матері. Стеріла мать. За 30 лет.
сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет как кончилась война, много лет как все пришли назад, кроме мертвых, что земле лежат. Красна пісня щойно пролунала у виконанні талановитої співачки Ганни Зощук, котра зараз сидить поруч зі мною. Доброго ранку. Доброго ранку. Анечка, це відео аматорське, розкажемо нашим телезрителям, не так давно прошедшего концерта. Что это за концерт? Да, он прошел совсем недавно, 17 мая. Я очень счастлива, что это событие все-таки состоялось. Сольный концерт – это всегда очень нелегко. И он у меня достаточно в короткий срок был подготовлен, собрал музыкантов. Их очень хочется поблагодарить, конечно, своих музыкантов, друзей, которые помогли, потому что, казалось бы, один человек на сцене, но всегда в этом процессе взаимодействованы многие люди. Поэтому без моих друзей этот концерт бы не состоялся. Я очень счастлива, что все-таки прозвучала любимая музыка, которая близка моему сердцу.
Я давно мечтала исполнить эту музыку, и это все-таки состоялось. Не так, как я хотела бы, но состоялось. А так всегда говорят творческие люди, что бы ни проходило, ни происходило в их жизни. Раскрой секрет, с чего же начинается подготовка к концерту? С идеи начинаются. С идеи. Идея созрела очень давно, потому что достаточно широкий диапазон жанров был в концерте. А почему так? Почему так? Потому что... Некоторые называют, вы знаете, меня джазовая певица. Я не джазовая певица, я эстрадная певица. А эстрадный вокал, он предполагает множество направлений, множество жанров. Сейчас мне это интересно, и все свои увлечения, да, все свои интересы я именно вложила в этот концерт. Все свои увлечения. Так какая же музыка звучала? Музыка звучала. Звучал джаз, звучал романс, музыка из кинофильмов. Но если глубоко копать, то звучал и соул. Звучали баллады, и ну, вот. Как-то я просто вспоминаю, да, вспоминаю, какие же истоки еще из джаза звучали. А тебе приятно, что тебя называют джазовой исполнительницей или нет? Да это, конечно, приятно. На самом деле, вы знаете, недавно мне сказали, говорит, вот после Татьяны Ивановны, вот как бы хотелось бы новых людей слышать, и вот место ее еще не занято. Да о чем вы говорите? Множество джазовых певцов, и я, кстати, занималась с ней, я с ней знакома, и она свое тоже влияние на меня оказала. Но джаз предполагает собой все-таки импровизацию, и нужно очень долго в этом направлении купаться, работать в этом. Это предполагает собой... Ну, ты же молода, у тебя еще полно времени, можно и купаться. Я думаю, что все впереди. Вот этот концерт, что он мне дал, что я все-таки экспериментировала и использовала новые вокальные приемы. Это скет, которым я практически еще, ну, до этого я не владела, но я стала пробовать. И мне очень понравился этот эксперимент. Тебя кто-то натолкнул на такую мысль, что стоит попробовать? Конечно, натолкнул. Во-первых, в таком направлении. Да, я пересекалась с разными пианистами. Натолкнул меня, наверное, все-таки Александр Мариновский. Он являлся в процессе подготовки моим тоже учителем, который подсказывал, да, вот, а вот здесь лучше сделать так, а вот а тебе лучше послушать вот эту певицу, а вот лучше сделать так. Ну вот так. А боязни что-то перенять настолько, что стать на нее похожей? Да, навряд ли. Нет? Я думаю, что... Такого не бывает. Такое не бывает, потому что так или иначе у нас должны быть образцы, к которым нужно стремиться. И слава богу, у меня есть такие образцы. Я с удовольствием и Эллу Фиджеральд слушаю, и Лару Фабиан. Это достойные, очень хорошие образцы. А все-таки вокал – это ремесло или нет? Или это творчество на все сто? Потому что если говорить о приемах... И, допустим, восприятие у других исполнительниц, то это, наверное, уже ремесло, потому что определенные приемы, они идентичны. А если говорить о репертуаре, о том, как вкладываешь душу, то это творчество. А для тебя что это все-таки? Я думаю, или это работа? В первую очередь работа. Работа, да. Ну, такой вот сложный вопрос. Да? Вот даже вот сложно что-то сказать сейчас. Не скажу ничего даже по этому поводу. Ты сказала о том, что к концерту готовились в минимальные сроки. Да, а почему да. так происходило? Почему такая спешка? Что случилось? Спешка, вы знаете, сейчас будут улыбаться многие мои знакомые, потому что работала спокойно в театре. Все хорошо, все нормально. Об этом мы поговорим, конечно. Да, и у меня... Я понимала, что я зажата в определенные рамки. Мне хочется говорить с публикой, мне хочется о чем-то хорошем говорить, о чем-то светлом, мне хочется самовыражаться. Я поняла, я хочу сделать концерт. И просто все мои вот идеи, которые были до этого, они воплотились в этом концерте. Абсолютно все? Не абсолютно. Я думаю, что следующие будут в других проектах. А кто мешал? Музыканты? Музыканты направляют, мешают? Как они вообще с певицей взаимодействуют? Это такой сложный вопрос. Вообще работа певицы с музыкантами, потому что я уже, в принципе, имею свои взгляды музыкальные, да, на то или иное направление и постоянные конфликты. Постоянно, но это очень хорошие конфликты, потому что рождается что-то новое. И рождаются какие-то интересные интерпретации, это порождает все-таки какие-то новые направления и течения. А какая из композиций для тебя стала открытием в том плане, что зрители в зале ее восприняли как-то настолько неожиданно, может быть, с каким-то неприсущим восторгом или
Не знаю, вот для меня открытием стало, что нашу интерпретацию с Александром Мариновским очень позитивно приняли «Summertime». Вот это вот, казалось бы, уже тема настолько уже всеми исполненная. И я слушала разные варианты, и мы думали, как же это по-новому преподнести, потому что никого уже не удивишь. И людям очень понравилось. И для меня стало вот понятным, что все-таки, наверное, все-таки импровизацией стоит заняться. А как плотно ты спланируешь ей заняться? Ты теперь от эстрады хочешь отойти? Не хочешь отойти, хочешь сочетать? Я думаю, сочетать, потому что, если говорить о классическом джазе, ну, мне кажется, будет немножко скучно, если только этим заниматься. Эстрадный вокал вообще, он настолько богат. Все-таки, как бы ни, кто бы ни говорил, что джаз относится к классике, ну, я не могу отнести это все-таки только к классике, потому что современная эстрада, она все-таки пошла, множество истоков пошло от классического джаза. Слушай, с тобой сейчас столько музыкантов могут поспорить, потому что зачастую к эстрадному вокалу не очень серьезно относятся. Да, да, очень. Это абсолютно точно. Считают, что это ерунда ерундой, и как бы что там петь, а ты говоришь о том, что это очень сложно. Это очень сложно, это очень серьезное искусство, если к нему серьезно подходить. Очень часто, знаете, последний год стали подходить и просить, мне очень приятно, конечно, этот факт, что просят консультировать, спрашивают, а вот как это исполнить, как это? Конечно, если ты будешь один прием исполнять, да, ты будешь, если сейчас говорить о теории, сейчас могу долго об этом говорить, то, конечно, это будет скучно, если ты будешь петь, допустим, только на субтоне, если ты будешь только на горле петь. Но настоящий эстрадный вокал, он предполагает собой и академический вокал, и народный, и это очень множество разных. Много спектров. Много спектров, да. А вот как ты сама для себя открыла или, возможно, поняла формулу, как не повторяться? Как не повторяться? А вы знаете, я начала, все, естественно, начинается с перепевок. Я начала петь кавера, но как-то стала добавлять свои какие-то украшения, добавлять свои мелизмы. Конечно, соблюдаю форму обязательно, без этого никак. И это стало порождать какие-то свой новый вокальный почерк. Давай посмотрим, какой у тебя вокальный почерк. Давай. Еще видео у нас есть в исполнении. With mama and daddy.
Как здорово, что у нас была такая возможность послушать песню «Summertime» в твоем исполнении. Расскажи, кто был в зале? Я знаю, что родители. Да, да, это очень приятный факт. Потому что они приятный для тебя? Очень приятный. Недолго мне вообще не признавали как певицу, и они поддерживали как любящие родители, но мама не верила, потому что я была очень скромным, зажатым ребенком. И она говорила, ну не твое это дело, ну давай ты будешь просто преподавать. И сейчас они в это верят, и мама сидела в первом ряду, громче всех аплодировала. И кричала, не нервничай, я здесь. Да. И она сказала, замечательный концерт, это была победа. Вот для меня это была победа, что-то доказать. Нет, я не люблю что-либо доказывать, но все-таки это приятный факт. Знаешь, просто многие артисты не хотят, чтобы родственники, родители были в зале, их наоборот смущает, сковывает, и они смущает, конечно, волнуешься. Мне мама очень самый строгий критик. Да. Она не относится никак, не занималась музыкой никогда, но у нее очень хороший слух. Она всегда мне скажет, где, Ань, ну, верхушка была, ну, слишком крикливой. Или, а почему ты не закончила? Вот эта мысль была незаконченной. Она очень такие точные замечания дает, что... Я всегда приезжаю, я показываю все свои видео. Ничего себе. И отец не занимается музыкой? Отец не занимается, да. Он, казалось бы, равнодушен, да, вообще к искусству, к любому вообще проявлению музыки, но он очень, очень любит, когда все-таки его дочь как-то поощряют, говорят хорошие комплименты. И он, я вижу, как он гордо сидел в зале. Это я очень счастлива, да, что все-таки они... поддерживают меня. А почему же ты пошла в музыку? Родители не занимаются, не занимались. Ты скромным ребенком была. Кто-то должен был обязательно в семье заниматься. Да, я же рассказывала об этом. Многим рассказываю. Учительница музыки заметила. Я вспомнила еще, будучи ребенком, очень боялась петь. И практически мало кто слышал, что я пою. И открытием стало, когда уже в подростковом возрасте я стала петь. Это были какие-то первые конкурсы. А почему ты боялась петь? Почему возникла такая... Наверное, как и все, я боялась критики. Критики? Конечно. А народ, вы знаете, особенно дети, они очень жестокие. Боялась, наверное, критики одноклассников, боялась критики и родных боялась. Слушай, ты тогда такой серьезный боец, если ты переборола все эти страхи. Очень серьезно, очень. И теперь на сцене с легкостью... Несмотря на родителей в первом ряду, парируешь свои музыкальные композиции. Это же здорово. Да, к этой внутренней свободе я хочу сказать всем зажатым деткам, которые боятся петь. Я знаю, что очень часто так бывает, что самые талантливые бывают самыми скромными. И деткам, которые боятся, чтобы они боролись с собой. Мне кажется, еще и родителям стоит поработать с детьми, чтобы они замечали таланты и раскрывали их. Это очень важно. Ты говорила о том, что на этом концерте тебе очень хотелось выговориться, поговорить со зрителем. О чем ты говорила? Что хотелось рассказать? Для музыкантов общеизвестный факт, что все-таки музыка, песня тоже как исповедь. Ты можешь рассказать о том, что ты не можешь сказать словами. Как говорила Алла Пугачева, я пришла и говорю. Если первое отделение это была более инструментальная музыка, это были как такие песни-вокализы, это были джазовые композиции, то вторые это были уже баллады о матери. Очень-очень так слезно восприняли зрители многие. Ну, конечно, это наша история. Вот об этом хотелось поговорить. Хотелось рассказать о том, что наболело, о своих каких-то внутренних переживаниях и о какой-то боли внутренней. Знаете, когда споешь какую-то историю, да, потом она перестает тебя совершенно тревожить. Вот у меня так случается. Ты переживаешь, когда ты не взаимодействуешь со зрителем долгое время? Я имею в виду то, не выходишь на сцену. Я не сильно переживаю, потому что я все время занята. У меня преподавательская деятельность была, и в театре была занята. И я все время в работе, я все время в каких-то новых идеях. И у меня нет каких-то таких особых переживаний. Ой, долго меня зритель одесский не слышал. И как-то оно само происходит, у меня достаточно все спокойно с этим. Если говорить о твоей работе в театре музыкальной комедии, сколько это по времени? Я уже так избилась со счету. Два года. Два года прекрасных, замечательных лет.
Для меня это был еще этап образовательный, да, наверное, так скажем, что... Потому что артистического образования все-таки у меня нет. Я преподаватель музыки, я занималась музыкой, но поведения сценического не было, не было сцен движения, актерской игры. Я этого сполна просто получила, и я благодарна и Вадиму Михайловичу Перевозникову, который дал мне возможность исполнить соло с оркестром, и артистам, которые просто своим... примером меня просто вдохновляли, потому что есть на кого посмотреть, есть у кого поучиться. И данный этап у меня просто я поняла, что мне нужно двигаться дальше. Я очень счастлива, что сейчас я работаю сольно. И с чем же связан твой уход, тогда хочется спросить? Это только я об этом говорила очень многим, что надолго я бы не хотела задерживаться. Не многим говорила, но говорила. Что я не ансамблевая певица, я сольная певица, я хочу сольно заниматься. Поэтому и в театре я, к сожалению, это немножко не тот жанр, которым я хотела бы посвятить свою жизнь. Но ты не жалеешь о тех двух годах? Да, о чем вы говорите? Какие роли у тебя были? Мелкие роли, крупных ролей не было. А если бы были, ты бы осталась вот так вот, не кривя душой? Я думаю, что одну-две роли бы исполнила, пошла бы все равно дальше. Пошла дальше. Да, это моя мечта была всегда работать с музыкантами. Я мечтала, театр немножко предполагает, ну, это другой вид деятельности. А я мечтала работать с большими оркестрами, я мечтала с хорошими пианистами работать, с гитаристами. Вот это была моя мечта. Я отвлеклась от того, какие у меня роли, да, были, задавали вопрос. Большим счастьем для меня стало, что я сыграла в джазе «Только девушки». Это мелкая роль, назвали смешное имя «Нутелла». Это джаз-банд, одна из девушек в джаз-банде. Но что мне понравилось, что для меня новым стало, то, что мы танцевали с балетом. Танцы для меня невероятно сложными были. Мы много часов проводили в танцзале. Но когда я вышла, я даже не помню свою первую премьеру, настолько для меня это было в таком эмоциональном подъеме. И говорят, что хорошо было, я этого не видела. Никто не снимал, не было возможности посмотреть? Очень жаль, да. Фотографии только видела, смеялась. И в конце уже поняла, что все прошло, все хорошо. А нервничала из-за чего? Именно из-за движения? Да, потому что... и движение, и были некоторые, и реплики у нас были. Это очень большой, сложный. Джазе «Только девушки» — это очень самый любимый наш спектакль. И его стараются держать на достаточно хорошем уровне. И ошибки непростительны, да и вообще в любом другом спектакле. Но в данном случае мы боялись с девочками очень. Тех, которые вводили, я была не одна, нас было трое девочек из хора, мы боялись ошибиться и подвести людей, которые нас подготовили. Для человека, который был зажатым в детстве, это танцы уже... Это вообще был прорыв просто. Это победа. Победа большая была, да. Ты говорила о том, что для тебя главным была работа с музыкантами. Сейчас твой музыкальный коллектив именно тот, которым ты хочешь его видеть... Или он будет видоизменяться? Это сейчас такие временные музыканты? Мне бы хотелось, знаете, все в зависимости от направления, которым буду работать. Я говорила, что я хочу, чтобы был широкий диапазон направлений. Поэтому, соответственно, будет меняться и состав. Угу. Вот у меня было в концерте виолончель и фортепиано. В студии мы выступали гитара и голос. Фортепиано и голос. Это очень интересное сочетание и... Это открывает и как певца, и как музыкантов, это очень интересно. Идеальное количество музыкантов для Анны Защук? Я не скажу. Хотелось бы, конечно, с большим... Экспериментировать. И с оркестрами хотелось бы поработать большими. Я тебе желаю огромных успехов во всех твоих планах, начинаниях. Прекрасной командой творческой. Вам, дорогі друзі, хочу сказати, що це була програма «Мозаїка». Ми працювали у прямому ефірі. Наш телефон був 638-638. З вами зустрінемося наступного тижня, а поки ще одна композиція від прекрасної співачки Ганни Защук.